Нападение в школе. В Пермском крае десятиклассник с ножом бросился на пожилую учительницу физики из-за плохой оценки. Ученик лицея номер один в городе Березники по предварительной информации пронес в школу нож и мачете. На уроке физики он повздорил с 74-летней учительницей и ударил ножом в шею и в грудь. Другие школьники сообщили о нападении охраннику. Он нажал тревожную кнопку, побежал в кабинет и задержал нападавшего. На место быстро приехала Росгвардия. Десятиклассника отвезли в полицию. Учительницу госпитализировали в состоянии средней тяжести. Ее перевезут в Пермь на медицинском вертолете. Следователи возбудили уголовное дело. Известно, что накануне школьник записал аудиосообщение своему знакомому. В нем он подробно рассказал о своем состоянии. С родителями я вижусь 3 раза в день. Это если в лучшем случае. Учеба меня уже просто достала. Вряд ли хотя бы кто-то ожидал, что такой человек, как я, будет такое делать. Я сам от себя не ожидал. Смастерил себе небольшой лямки для того, чтобы закрепить нож на пояснице. Надел темный свитер, перчатки, маску. Я реально пошел искать того, кого можно убить. Я 2 часа проходил. И в итоге у меня произошло, отход. Я понимаю, что творю какую-то фигню.